Увлекательное путешествие по маршрутам великих мореплавателей ждет участников всероссийской профильной смены «Мир открытий». На территории смены ребята развернули огромную географическую карту и наметили маршруты исследований. Мальчишки и девчонки забирают в копилку знаний технику установки палатки, вязание узлов, технологии сбора природных материалов и проходят школу выживания в самых разных погодных условиях. Саша Бахтин из Белореченска в восторге от занятий по такелажу, где сменовцы учились вязать морские узлы. Вчера мы учились вязать узлы. Мне больше всего понравился прямой. Вчера было еще занятие, мы собирали карту из деталек России. Сегодня, например, занимаемся географией. Каждый из участников смены «Мир открытий» увлечен географией. Ира Нурлиева – победитель многих олимпиад. В смене она получает уникальные знания, которые даже в интернете не всегда можно найти. Я надеюсь, что занятия дадут мне новые знания, к которым я так стремлюсь. Мне они понадобятся, чтобы написать будущие олимпиады. Я, конечно, уже писала и иногда даже побеждала, но я стремлюсь к большему, поэтому мне нужны новые знания. Тем временем участники смены «Мир открытий» готовятся пройти географический квест и написать геодиктант. Мальчишки и девчонки приступили к разработке проектов по направлениям «Эко-лидер», «Арсенал науки», «Живая карта», «Герой нашего времени». Результаты трудов юных ученых мы увидим совсем скоро.